Энтони. Мне кажется, никто меня не понимает. Да брось, ты супер. Ты так думаешь? А какая у тебя аппетитная попка? Что? Что? Хватит ныть. Достало уже. Да иди ты. Не лезь ко мне. Жизнь Александра. Сплошное несчастье. Зачем Эллиот разослал мои отфотошопленные фотки всей школе? Ну, приветик, качок. Мой учебник! Не, ну нормально. Жизнь его семьи просто прекрасна. Я иду на собеседование в одну игровую компанию. А мне пророчат пост вице-президента Лоун Хилл Пресс. Вот завтра получу права, и считай, все мечты исполнились. И я весь в шоколаде. Но один день может все перевернуть. Вам вставать не пора? Ему подгузник надо поменять. Я только фен возьму. Мам, закрой дверь! Прости! Ребята готовы вас увидеть. Держи. Мы удивились, получив ваше резюме, потому что мы молодые, а вы... Старше. У него весь рот зеленый. Он не ядовитый. Ну, надеюсь, не ядовитый. Я буду принимать экзамен. Это моя девушка, хочет обсудить выпускной. Но за рулем брать трубку нельзя. Выпускной — это святое. Да, Селия? Положи телефон! Живо! Это нечестно было! Вон отсюда! Не сдал, видимо. Этот день проклят. Не пытайся переложить вину. Это она все! Мне плохо! Думаешь, тебе? Да я не виноват! Я не выдержу! Я думаю, нам нужны плохие дни, чтобы еще больше ценить хорошие. Поверьте, уж я-то знаю. Мы не позволим этому дню сломить нас. Готовы, Куперы? Да! Молодец, громила Ральф. Отлично! Не на того напал. Это что, пиратская блуза? Она самая. Зачетно, брат! Огнетушитель, нужна помощь! А руки вот они. Вообще огонь! Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день. Вы не представляете, какой у нас тяжелый день.